Приветствую вас, друзья! Сегодня приготовим очень вкусное блюдо – картофель, запеченный с яйцом и помидорами. И для его приготовления нам понадобится картофель, отваренный в мундире, лук репчатый, помидор, яйца и растительное масло. Соль и специи по вкусу. Начинаем с нарезки лука. Лук нарезаем полукольцами. И обжарим его на растительном масле до золотистого цвета. Это блюдо я буду готовить порционно, но можно также его запечь просто на листе. Пока обжаривается лук, почистим картошку от кожуры. Картошку можно также использовать в сыром виде. Обжаренный лук перекладываем в миску. Картофель нарезаем дольками. И также его обжарим на растительном масле до золотистой корочки. Готовим помидор. На помидоре делаем крестообразный надрез и обдаем его кипятком. И после этого снимаем с него кожицу. Помидор нарезаем дольками. Картофель обжарился, и теперь мы его соединяем с луком. Перемешиваем, подсаливаем. И обжариваем помидор. Помидоры не нужно сильно зажаривать, слегка обжарить с двух сторон, чтобы он не развалился. Взбиваем яйца до состояния легкой пены. Подсаливаем их. Можно добавить специи. И раскладываем картофель по формочкам.
Сверху на картофель выкладываем обжаренный помидор. И заливаем яичной смесью. При желании верх можно присыпать тертым сыром. Тоже будет очень вкусно. И ставим выпекать минут на 15 в духовку при температуре 200 градусов. Получается очень вкусное, сытное блюдо, которое готовится буквально за считанные минуты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения и до новых встреч!